Добрый день! С вами на связи интернет-магазин натуральной косметики Агафья. Сегодня наш данный видеообзор будет посвящен продукту под названием шампунь сбор восстанавливающий для ослабленных и поврежденных волос от торговой марки рецепты бабушки Агафьи. Натуральная вспенивающая основа на пяти мыльных травах мягко очищает волосы и кожу головы. В состав входит кедровый настой, на основе которого создан, в принципе, данный шампунь. Имеет он укрепляющее действие. И также экстракты сибирских трав, входящие в шампунчик, восстанавливают структуру волос, наполняют их жизненной силой, придают блеск и объем ослабленным и тонким волосам. Также благодаря мягкой и пенящейся основе этот шампунь подходит для ежедневного применения. Он очень мягенький. Вот, объем его составляет 350 мл. Не содержит СЛС, парабенов, отдушек. И срок годности в 2 года. Вот такой, как всегда, интересный дизайн от рецепты бабушки Агафьи. Если мы захотим посмотреть на консистенцию, вот немножечко наливаем, вы видите, вот такого приятного, еле зеленоватого цвета, имеет такой легкий запах травки, даже кедр чувствуется немножко. Ну вот, в принципе, вот такой вот продукт с восстанавливающими действиями для ежедневного применения. Если вас заинтересовал данный продукт, вы всегда сможете уточнить актуальную цену на него и приобрести их при желании в нашем интернет-магазине agafya.com.ua. Спасибо!